В дежурную часть отдела полиции Владивостока поступило заявление 21-летнего местного жителя о грабеже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что в вечернее время потерпевший гулял в районе улицы Набережной. В вечернее время на улице Набережной потерпевшему подбежали двое неизвестных, нанесли телесные повреждения. В ходе драки заявитель упал на землю, а злоумышленники похитили у него мобильный телефон, наручные часы и серебряный браслет, после чего скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нами были установлены и задержаны двое жителей города Уссурийска, 23 лет и 33 лет, один из которых ранее был судим. В отделе полиции они дали признательные показания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к ранее совершенным преступлениям.